О, привет, миледи. Ты меня ждала? Привет. Она мне помахала. Она мне махает. Она меня заметила. Ну давай, иди ко мне уже. Она, походу, попыталась пойти все-таки. Ну, ладно. Ты как бы не одна в этом городе. Пойду еще одну найду. Подумаешь. О! Сейчас будет эффект ниндзя, незаметность. И я! Подожди! Ты куда идешь? Я ж здесь. Ты чё? Эй! Эффект не удался. Самоуничтожился. Да чё ж вы нападаете? Мы ж все люди. Надо биться вон там, где... На той стороне стены. Лезут они, лезут. Лезут. Нихера себе, у тебя что там, в бедре пружина, что ли? Дамочка, я понимаю, всем тяжело. Эй. Ты чё? Пощупать меня хочешь? Ну давай, я не против. Щупай. Сейчас как режиком за ножу, будешь дышками нагать. Оу. О, вот это я понимаю, парень погрузился в работу с головой. Давай, куда бежать, показывай дорогу. Машину? Так она ж не ездит здесь. Зачем машину было оббегать, чувак? Дороги... Заборы зачем сносить, можно было обойти его. Отстань от меня, не приставай. Я женат. Чё лезть, я не пойму. Оу. Ну, это самое, вроде никого. Если ты настаиваешь, грех не согласиться. Хе-хе. Вот это я забрался. Теперь главное аккуратненько спуститься. Говорила мне мама, не ходи по канализации. Пожалуйста, один, второй, третий, ух ты, четвертый, пятый. И еще два геморроя сзади. Попробуем их, наверное, обдурить. Ля, стоят. Если не видят, то значит не нападают. Прикольно. Фонарик тоже нахер. Все, геморрой отстал. Можно дальше двигать. Так, о. Сел посрать, жизни тебе не видать. Эй. О, цветочек аленький. Мужик, я тебя спасу. Не трогай мужика. Тащи, чувак. Чё? Урна оказалась крепче головы? Так, скоро стемнеет, надо что-то искать. О, мужик. Мужик, спичек не будет? Ты чё, я тебя напугал? Ты помер во сне? Хорошо, хоть не обосрался. Слышь, вставай давай. Где спички, сука? Спички давай. Маша, да иди ты уже домой. Чё ты ко мне привязалась? Блин, я тебе сказал, я не выйду за тебя. Ай. Еб, ты ещё дерёшься, блин. Иди давай отсюда, я сказал. Иди домой. Не выйду я отсюда. Я тебя боюсь. Ты какая-то страшная. Лазишь везде. Ёлки-палки, Маша. Зачем ты Марию Петровну привела? Тебе придется ее тоже убить. Извините, тёща. До свидания. Сейчас я его супер ножиком завалю. Не. Шо? Как это я попал рукояткой? Ты где бросать учился, ё-моё? Что у нас тут интересно? Так. Кейс. Чувак! У тебя что, спину схватило? Вот это я понимаю упражнение. Сейчас я тебя вальну с арбалета. А? Не понял?
Ага, понятно. Бежит же где-то, причем усердно. Вот и дело. Преступление и сразу наказание. Воу. Прыгунья. Тут где-то должен быть вышибала местный. Где он? А, вот он. Мужик, ты вообще в курсе, что стекло дальше находится? Причем намного. Ты меня вообще видишь, нет? Алло. Что за игнор? Я не понял. Ух ты. Неожиданно. Наверное, походу дотронулся до его сосков. И всем привет! Меня зовут Денис, вы были на канале Horde & Play. Спасибо вам большое, что вы досмотрели до самого конца, если кто-то, конечно, досмотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, дальше будет много интересного. Но, увы, есть одно предупреждение, веселого конца не будет, я его не снял. К сожалению, так бывает. Всем пока!